Люди в полицейской форме, погоня за преступниками, расследование. На детских рисунках не фрагменты криминального кино, а настоящая работа полицейских. Они и маленькие авторы знают не понаслышке. Их папы и мамы служат в органах внутренних дел. В очередной вечер после работы я пришла с предложением нарисовать, как вы видите меня в моей работе. Дети были у меня на работе не раз. Я им рассказываю о том, что мы делаем, как мы ищем. Мы ищем именно пропавших без вести людей, и в том числе детей. Поэтому тема моей работы, она актуальна очень. И при разговоре с ними я им рассказываю, как мы ищем, почему детки теряются, куда они уходят и как мы их возвращаем. И поэтому им было достаточно просто принять участие в этом конкурсе. Обе работы оказались в числе лучших. Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции» был объявлен 6 октября. В нем приняли участие дети сотрудников УМВД в возрасте от 6 до 14 лет. Целью данного мероприятия является, конечно же, повышение престижа службы в органах внутренних дел, передача преемственности поколений, а также формирование патриотического и нравственного воспитания нашего молодого подрастающего поколения. В целях безопасности юных художников не приглашали в управление, но свои подарки они обязательно получат. Рисунки 5 победителей будут направлены в ГУВД Московской области для участия во всероссийском конкурсе. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».